пламя с печки выходит и сюда прям сразу. А потом по этому колодцу поднимается вверх, вниз. Ну, короче, получается 3 колодца здесь. И посмотрим, насколько она термостойкая. Всем здрасте. Сегодня вот приключилась такая беда у меня, что такое вот есть. Его называют титан. Водонагреватель, короче. Он стоит здесь. Баллон больше, чем стандартный баллон. Поджиженный газ. И он стоял вот здесь. И получается, нижняя часть этого баллона протекла. Все потекло в печку. Это сама грубка. Я еще кафелем не обложил. Первый раз, когда вложил этот баллон, планировалось так, чтобы если что-то случится, то его можно будет снять. Это вот выход воды. А здесь вот подача. То есть он греется от электричества летом, а зимой от печки. Получается, от этой грубки греется ванна, кухня. Вот очередной раз хотел растопить. И так не было напора. Включили насос и прорвало. Хорошо, что прорвало, когда не растопил еще. Вот она все так печально повыгнивала. Это так я молотком стукнул. Это было здесь. Плюс начала разъедать уже эту часть. Дальше все в дырках. Все прогнивает. Получается, что смысла нет, не было вот эти вот дырочки полатать, потому что вот такие места, где уже меньше миллиметра, то есть смысла его латать, когда протечет в другом месте. И решил вот эту часть вырезать. Все вырезал. И вот у меня был лист двойки сюда. Сначала его выгнул, гнул на наковальне, просто молотком стучал, чуть-чуть под углом лежало, и получается вот так вот сделал. Шел первый, прошелся по всей длине на один раз. А потом уже второй раз таким швом пошире. Шире шов, чтобы перекрыть. Где-то, может быть, какие-то будут свищи, чтобы все это дело перекрылось. И вот получается вот сейчас таким вот макаром завариваю полностью. Вот так вот оно все получилось. То есть все уже обварил второй раз. Вот как оно так вот. Вот такой вот широкий шов. Здесь может быть свищик. Вот здесь может протечь. Сейчас еще раз пройтись, просмотреть и такие места заварить. Тент здесь обычный, как на бойлере, только на 2,5 киловатта. Сварена резьба, работает летом как обычный бойлер. Все заварено, залил воду. Набралась полная, переворачивал на ту, на другую сторону. Потека нигде нету. Набросал глины там, где я не достану. И сейчас буду устанавливать его на место.
растопил уже печку, вода уже не в бойлере там нагрелась. Здесь такие стоечки держат эту трубу. Тут что-то какое-то можно тряпки повешать, не тяжелые. И здесь будет кафель на глине лежать. Дальше на цементе пойдет. Чтоб если вдруг что опять снять, можно было и поменять. Так что такая вот бедося случилась, но все решается. Типа обезжириваем. Такая вот эмаль жиростойкая, стоит 96 гривен. Вот такое вот белое бельмо получилось. Еще покрасил дверцу, или сажетруску, как называют, то под посмотрим. Здесь получается пламя с печки выходит и сюда прям сразу. А потом по этому колодцу поднимается вверх, вниз. Ну, короче, получается три колодца здесь. И посмотрим, насколько она термостойкая. От 200 до 600 выдерживает. Ну, посмотрим, что она выдержит. Снял малярный скотч. Американки оставил непокрашенными, сделал. Это я учился варить. Вот такую вот бабыху наварил. С первого раза не получилось. Так, это заземление. И еще важный момент. На регуляторе там есть фаза, есть ноль. То лучше подключать фазу, где она отмечена. Потому что если поменять местами, получается ноль у нас греется сильно и накрывается. Дольше прослужит, потому что я когда не знал этого, менял, не знаю, раза три, наверное, менял сам этот терморегулятор. Эта латка из-за того, что этот баллон раньше использовался на душ, пришлось сделать эту латку. И поэтому он, наверное, быстро и пропал, потому что он то была вода, то нет, не было. Вот по этой причине, может быть, он и быстро пропал. Вот так вот. Все. Всем до свидания. До следующих видео.